Владельцы автомобилей на евро-номерах выйдут пикетировать Верховную Раду. Организаторы митинга отмечают, что в нем собираются принять участие больше, вдумайтесь, 100 тысяч человек. Водители будут требовать отмену пошлины на ввоз подержанных автомобилей. Акция пройдет 6 сентября во второй пленарный день парламента. Растаможить транспортное средство в Белоруссии стоит $400. В Молдавии это стоит $500. Только у нас независимо в стране, от модели автомобиля? Абсолютно независимо. А у нас это стоит мыто, акциз, потом еще НДС, потом еще скрытые какие-то платежи. И поэтому стоимость наших автомобилей в стране неизмеримо высока по сравнению с другими странами. Но в нашей стране разрешена растаможка автомобилей не старше 2010 года выпуска, при этом они должны отвечать евронормам Евро-5. Все равно, что вот мы мобильными телефонами пользуемся, нам говорят, все, ребята, вот то, что производилось чуть-чуть, там, не знаю, 2-3 года назад, уже пользоваться этим нельзя. То есть ситуация абсолютно искусственная. При этом на этой ситуации зарабатывают несколько десятков семей в Украине. Но с этого месяца Украина отменила пошлину на ввоз автомобилей из Канады. Но они должны быть только канадского производства. Сейчас в парламенте на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые предполагают урегулировать вопрос с растаможкой. Их депутатский корпус должен рассмотреть уже в сентябре.